все, давай, ощущения. Да, не знаю. Ну, монументальное все. Странные такие ощущения, но интересно, конечно. Мне кажется, слишком много информации я получаю и просто не справляется. Мне, думаю, что надо время, чтобы прошло, чтобы как-то на это смотреть все иначе. Ну, как в кино. Америка – это экран телевизора, то, что вы видели, так оно и есть. Красный. Пошли. Никому не мешаем, можно идти. Особенности, наверное, от того, что населенные, все спешат. Места мало, все хотят уместиться, поэтому, наверное, здесь... Вот это лифт для инвалидов. Автобус. Ну, пойдем, я тебе покажу эти... Карту возьмешь. Такой киоск бесплатно дает. Карта. Ну вот мэп вот этот можешь взять. Вот, да. Тут немножко понятно тебе, как ориентироваться. А тут видишь, это разные экскурсии там, то, что можно посмотреть. Вот, как раз очень удобно. Здесь как раз все районы, но это Манхэттен. Мы сейчас с тобой находимся вот здесь. Вот. Вот здесь. Financial District? Да. По Wall Street? А, вот. Ну, пошли, вон бык, я тебе покажу быка. Пойдем. Да, потрешь. Сегодня есть спокойно, выходной день. Я мимо него каждый день на работу хожу. Да. Насыгаю то ощущение, когда ты человека уже 10 лет видишь. А я по-другому выгляжу визу? Да, или так же? Более реально. Да? Более, да, реально. Ну, странно. Я раньше там с блогерами так особо не виделся, чтобы с людьми, которые следил там в социальных сетях. Потом, ну, как, в принципе, как. Ну, то есть так же, как на экране, да? Да. Тоже есть, но у нас конь связан. Конь? Это уже труд, да? Да. Нет, там залазит, там нет, нет, там такой на дебаг стоит. И... Ну что, иди. Три. Некоторые целуют женщины почему-то постоянно. Вот, ну, на удачу, наверное. Давай. Ты проходи, а то потом китайцы не дадут. Так. Есть много сделать. Не тер? Не, да ладно, это еще на труд. Сюда всякие сувениры продают. Ну, мне кажется, вот это вся сувениры, это все такое, не то уже. Ну да, китайская. А тут у меня клиент стоит, продает. Ну, наш клиент, иммигрант. Продает эти картины. Сейчас, если он тут на месте. Может, сегодня выходной у него. Не вижу. Он обычно вот тут стоит, вот тут на этом месте. Художник с Арбата приехал. На Арбате раньше. Я даже купил у него картину. Неплохо рисует, кстати. Ну, да, раз он здесь торгует, значит, и не первый, но уже давно, значит, получается. Да, да, у него хорошо пошло дело. Так ты знаешь, что не нужно даже разрешение никакое? Вот, кстати, да, у меня всегда, у нас просто не поставишь палатку так вообще. Ну, не все. То есть, если ты именно вот сувениры, либо вот ты сам рисуешь, то не нужно. А если
там, не знаю, вот киоск там продавать будешь гамбургер, это нужно. Ну там, наверное, Санпин такое, а именно саму торговлю, ну, я так понял, берите торгую. Потому что отлично налоговая система построена, грубо говоря, на ты сам отчислишь, да. И ее не контролируют во время этого процесса. Ну я так понимаю, да. Контролируют, а потом ты отчислишься. Вот. А у нас, ну, сейчас наоборот, я контролирую. Не, ну тут тоже контролируют, но я, честно, не знаю детали, как выдается разрешение на все эти палатки, но вот на, именно на художество мы просто для него изучали, я отправлял даже сотрудницу сюда, в лицензионный комитет, здесь тут тоже рядышком находится он. Здесь вообще все госучреждения в основном в даунтауне, здесь внизу, и мы выяснили, что не нужно, поэтому он очень счастливо торгует картинами. Да, это здесь у них. Какая? Ремонты. Я думаю, без этого Нью-Йорк не будет Нью-Йорк. Ну, без мусорных пакетов тоже. Да, все, кстати, говорят, что грязно, ничего, я не знаю. Я как житель Ростова скажу вам, тут не грязно. Тут не грязно, и я кроссовки, ну, чисто. Ну, ты это, в Беларусь езди, вот там чисто, ну, реально. Да. Ну, есть, конечно, города очень чистые. А, Нью-Йорк не чистый город, но уже привыкаешь. Видишь, ты говоришь, в Ростове тоже грязно. Что слушаешь? Мама. Мама, это... Мама нормально отнеслась, что ты уехал? Да, да, она говорит, давно пора. Ну, давно надо было поехать посмотреть. Я ж такой же... мечтатель об Америке, наверное, как и каждый второй. Ну, ты долго как ну, бы мечтал. Да, да, я как-то шел к этому долго. Да, я думаю, у всех, мне кажется. Все хотят, но просто все как-то, типа, не знаю. Ну, кто-то просто не способен на шаг какой-то да, сделать. Да, они да, вот... да. Тут просто надо... Это вечные мечтатели. Делать.